Здравствуйте, дорогие гости и подписчики нашего канала «Как правильно убить В». Сегодня я хочу поговорить о замечательном сериале, который не так давно прошел на наших экранах. Называется он «Художник». Сериал 2022 года, режиссер Тимур Алпатов. Сегодня я хочу затронуть три вопроса в этом ролике. Первый вопрос: чем же все-таки не удался этот фильм? И чтобы ответить на этот вопрос, я прочитала просто какие-то немыслимые тысячи комментариев под этим фильмом. Второй вопрос: чем он отличается, и очень выгодно, надо заметить, отличается от других подобных фильмов, которых сейчас великое множество. И третье – это безусловная полезность этого сериала. Вот такие вот три неожиданных вопроса сегодня я постараюсь осветить. Итак, вопрос номер один. Чем же фильм не задался? По мере просмотра этого сериала становится понятно, что режиссерам, современным режиссерам, очень хочется попасть в такт ставшего уже совершенно культовым, легендарным фильма «Место встречи изменить нельзя». И там есть явные отсылки, явные аллюзии, явные какие-то даже, ну, скажу грубо, перепевки с этого сериала. Повторяются целые сцены, повторяются крупные планы оттуда, какие-то художественные приемы. И, естественно, именно об этом подавляющее большинство комментаторов писали под этим файлом, под файлом с этим фильмом. Несмотря на то, что большинству зрителей фильм очень понравился, тем не менее, вот это вот подражание, оно постоянно показывало уши во время просмотра. Я тоже нашла кучу всяких неточностей, но говорить о них не хочу, потому что сериал мне понравился, сериал просто замечательный. Очень хорошо сыграли актеры, очень хорошо обдумал и подал ситуацию режиссер. Но, знаете, гений, он же в мелочах. Он именно в мелочах. И когда вот эти вот за эти мелочи цепляется глаз, становится несколько грустно. Действие фильма происходит в марте 1944 года, а тем не менее кругом совершенно зеленые густые кроны деревьев, как будто бы это, ну я не знаю, там июнь, июль. Ну, для того, чтобы как-то поддержать режиссера в его начинании, главный герой все время ходит в теплом пальто. Вот эти вот несоответствия, они вот вроде бы, ну знаете, ну мелочь, это не важно, но тем не менее глаз цепляется. О чем, собственно, сам фильм? В чем суть криминального детективного сюжета? Военная Москва, 1944 год. До победы, до победного мая еще больше года, год и три месяца. Но, тем не менее, вот на улицах города полно гуляющих мужчин. Тут вот тоже, знаете, очень хочется сказать режиссеру, что в 1944 году любой мужчина призывного возраста с двумя ногами и двумя руками не прошел бы по улице дальше первого патруля. Ну, это так, это я опять ворчу. И вот в этой военной Москве держат оборону на переднем крае, на сложнейшем крае, очень опасном крае, московский уголовный розыск. То есть, как мы понимаем, это фильм расследования. Это фильм, который показывает нам адски сложную службу уголовного розыска. Убивают не мирных жителей, убивают не случайных прохожих, убивают криминальные элементы, то есть убивают бандитов.
На месте происшествия, на месте преступления оставляют нарисованные карандашом портреты убитых. Там нашли портрет карандашом. Их никто не знает. Ну, поскольку это портрет, отрезанная голова, можно сказать так, поэтому банду называют «мертвая голова», но его главаря, соответственно, как вы понимаете, художник. Интересная завязка, очень хороший динамичный разворот сюжета. И все равно зрители недовольны, все равно очень много гневных комментариев. В частности, очень много пишут о том, что все опера постоянно ходят в рестораны. И там конфеты, коньяк, какие-то прочие изыски. Я соглашусь в этом плане со зрителями. То, что могло бы быть, допустим, в 90-е, или в каких-то голливудских боевиках, совершенно неуместно и чуждо смотрится в нашем военном фильме. Но вы знаете, тем не менее, я не хочу нудно повторять все недовольства, выраженные в комментариях, тем более об этом очень много уже сказано и написано, и были выпущены другие ролики. Я просто не хочу это повторять, я решила пойти другим путем. Я решила покопаться в архивах, я решила покопаться в каких-то других материалах и привести свидетельства людей, которые, ну, если уж были не свидетелями Москвы 44-го года, то, по крайней мере, провели огромную работу для того, чтобы быть экспертами в этой области. Вот, в частности, я нашла, во-первых, совершенно замечательную статью Дмитрия Ильющенко об особенностях общественного питания в СССР в условиях борьбы с фашизмом. И перечитала некоторые куски. Раньше я тоже читала Леонида Тимофеева, но сейчас прям вот целенаправленно нашла в его дневниках те фрагменты, которые говорят именно о Москве 1944 года, из дневников ученого-филолога Леонида Тимофеева. Взяла некоторые тезисы. Слух о том, что бандиты мяукают кошками у дверей, чтоб им открыли. Говорят, что основной контингент их – инвалиды войны и подростки. С Реформатского около музея Маяковского чуть не сняли шубу четверо подростков. В феврале 1944 года Моссовет запретил детям находиться на улицах после 10 вечера и ограничил индивидуальную продажу билетов в кино для детей выходными и праздничными днями. Кроме того, детям запретили кататься по улицам на коньках и даже санках. В 1944 году страна вставала на ноги. Начался год с того, что по радио впервые прозвучал государственный гимн Союза, Советского Союза авторства Михалкова. В 1944 году в Москве произошло событие, о котором московские газеты даже писать боялись. В столицу прибыл из эмиграции Александр Николаевич Вертинский. Парижские и же русские ведомости писали по этому поводу следующее. Из Шанхая в Москву вернулся Вертинский. Он привез в дар Красной Армии вагон с медикаментами и 15 тысяч долларов. Первый концерт в Политехническом музее не состоялся из-за наплыва публики. Пришлось остановить трамвайное движение и вызвать конную полицию. Милицию, простите. Мирная жизнь возвращалась в столицу в полной мере. С домов исчезла маскировка, открывались ночные рестораны с оркестром. Советская власть проводила торжественные мероприятия в честь Крылова и Чехова. На станции метро Площадь Революции вернулись эвакуированные в Среднюю Азию 80 бронзовых скульптур. Только продуктовые карточки еще не давали забыть о трудностях военного времени. Люди, чтобы занять свое место в очереди и доказать право на место в ней, писали химическим карандашом свой порядковый номер на руке. Те, кто стоял в нескольких очередях, имели на руках несколько номеров. Химический карандаш, перед тем, как им писать на руке, слюнили, беря грифель в рот. От этого язык и губы становились фиолетовыми. За всю способность выводить на человеческом теле цифры химический карандаш ценился выше обычного. Если простой карандаш можно было купить на рынке за 6-8 рублей, то химический за 15. Торговля хлебом начиналась в 6 часов утра.
Несмотря на столь раннее время, у дверей булочных и продовольственных магазинов к этому часу скапливались очереди. Человек 40-60, а то и больше. 44-й – это не 41-й. И изменения наступили. На улицах снова стали продавать мороженое, открылись кафе. А в апреле 44-го открыли 20 ночных ресторанов первого разряда. В отличие от ресторанов второго разряда, которые работали до 12 ночи, эти рестораны были открыты до 5 часов утра. В них играл оркестр и выступали артисты. В этих ресторанах лица, причастные к науке, технике, искусству и литературе, получали угощение с 30% скидкой, а представители высшего офицерского состава Красной Армии – за полцены. А вот Москва под конец войны стала выглядеть неважно. Пожары не способствовали ее украшению. В ней давно не красили дома, не мастили улицы, не сажали цветы и деревья. На Чистопрудном бульваре трава была вытоптана, а сам пруд превратился в грязную лужу. Гений в деталях. Если бы люди, которые пишут сценарий, которые работают над таким большим проектом, над таким глобальным проектом и, собственно, неплохим проектом, больше бы читали дневников, воспоминаний, если бы они лучше владели вопросом, если бы они вот в этих вот мелочах сумели бы вот попасть в самую жилку, в самую точку, то и отклик, зрительский отклик был бы совсем другим. И, может быть, бы не было такого количества ненужных пустых замечаний в комментариях. Чем фильм, безусловно, отличается от просто куча, от сотен других ретро-детективов. Во-первых, в отличие от того же «Эры милосердия», эта банда «Мертвая голова» полностью вымышленная. Такого уголовного дела не было. И поэтому у режиссера, у автора сценария был, конечно, такой, знаете, полет фантазии. Они могли использовать вымышленные факты и делать сценарий как угодно более интересным. Вторая его совершенно четко отличительная черта – это непозитивный финал. Этот фильм заканчивается непозитивно. Здесь нет хэппи-энда. Если вот даже мы с вами проанализируем, возьмем «Место встречи изменить нельзя», Шарапов возвращается к Вареньке, в руках у которой усыновленный мальчик. Позитивный, хороший, обнадеживающий финал. Или вот возьмем, допустим, «Ликвидация», наш современный сериал. Там тоже главный герой приходит к приемному сыну, он жив, и сын жив, вырвался из рук похитителей. Это, опять же, поколение, старшее, младшее, это опять дети, сыновья, это какой-то взгляд в будущее, это... так сказать, совершенно позитивный настрой для зрителя, который прочитывается очень легко. Да, все будет хорошо, мы прошли самое тяжелое, теперь впереди что-то замечательное. Нет, сериал «Художник» заканчивается не позитивно. И в этом его существенное отличие. Он как бы дает понять, что нет, борьба еще предстоит. Впереди будут еще приключения. И вот здесь я плавно перехожу к третьему вопросу, о котором я очень хотела сказать, и это самое главное, о его безусловной полезности. Во-первых, он представил большое количество положительных героев, именно героев. Очень жаль, когда погибает мальчик. Говорящая фамилия. Мальчик, воспитанный в предвоенное военное время. Мальчик-идеалист, мальчик-романтик. Ну, мальчики погибают первыми. Чистые, замечательные, романтические мальчики, они погибают первые. Те, кто уже разобрался в этой жизни, те, кто уже отрастил зубы, те, кто уже понимает, что и как, те, кто не верят в то, что бандитов можно перевоспитать или договориться с ними добром, те погибают последние. Но тем не менее, вот из этой огромной команды следственных органов остается один человек. Погибают все. Остается один. И он остается как память, во-первых, об этих людях, а во-вторых, как предупреждение.
он остается один для того, чтобы впоследствии воевать со всеми диванными критиками, которые будут преподносить эту историю по-своему, так как они ее поняли, так как им нравится ее преподносить. И второе, он, конечно же, не имеет права рассказать об этом все. И вот тут вот очень тонкий режиссерский ход, который я оценила. Один против всех. Один, который знает правду и который не может ее сказать. И замечательность, полезность этого сериала в том, что он нас неумолимо, без права на позитивный конец, окунает в атмосферу войны. Он возвращает нас в атмосферу войны. Он показывает нам, как это грязно, подло, тяжело, опасно. И он оставляет нас там. И это очень хорошо, потому что люди имеют возможность прочувствовать это и произвести мобилизацию в своих головах. И понять, что весь вот этот вот замечательный, придуманный режиссером мир с приключениями, с опасностями, с разведгруппами, с людьми, которыми пришли взорвать наш город, с сыщиками. Это, конечно, замечательный театральный мир, но вдруг приходит понимание, что все это пришло в нашу жизнь, что мы должны к этому готовиться. Поэтому от всей души, совершенно чистой совестью, рекомендую сериал к просмотру. Сериал 2022 года называется «Художник». Тихон Степанович, мертвая глава опять объявилась. Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Елена Миллер. «Полнолуние, труп и черный циферблат». Читает Софья Эрнст.